Беги за дней 20. А ты уже кому-то дал? Я даю випы за кошельки. Кажется, кому-то вип подарили. А, это он мне, наверное, кошельки накручивает, да, через свою программу. Ну ничего, сейчас зайдем и посмотрим, работает ли его программа или нет. Оу. Друзья, всем привет. И на этом все заканчивается. Если интересуешься страйкболом и хочешь узнать о нем побольше, предлагаю тебе ознакомиться с этим каналом. Меня зовут Алексей, это HT, и сегодня мы вам расскажем, как подобрать страйкбольное снаряжение. Если что, ссылка в описании. Где мошенники? Где мошенники? Где мошенники? Вели видео про аферистов! Всем салютик, с вами Павел Князич, и вот я ВКонтакт перебрался временно. ВКонтакте слишком много мошенников, да? Это возврат, я так понял. Биг плюс средний, плюс два мастер. Ну, короче, двумя бигами средним больше, двумя бигами средних меньше. Наверное, вы ничего не поняли, что я сейчас сказал. Ну, а я мошенников не понимаю. Биг с В-77 кр белый сталкер. Или как там его? Ладно. Ребят, 2019 год на дворе, какое нафиг клонирование? Чё ещё за программа за два кошелька? Для клонирования, что ли, программа? Я не понимаю. Ну что вы творите, ребята? Ну перестаньте уже этот цирк разыгрывать. Ну не надоело ли вам? И ведь программу какую-то обещают. Серёга, ты чего? Серёга, что за программа? Для чего она хотя бы? Может, я не так понял? Или ты вообще не здесь, в облаках где-то витаешь? Уснул, что ли? Офигеть, вот я тебе и говорю, офигеть. Программу нашел, что ли? Чувак, давай его разбудим. На работе продавцы даже не спят. Тем более ты не в ночную смену пришел. Не, вот только гляньте, стоя похрапывает. Сори, я ушел. Утро доброе, блин. Я скачал аву на комп, пошарил, и там теперь дофига кошельков. В два обменя. Типа первый обмен, вы мне кошелек. Кошелек. А, я понял. Это программа для скачивания онлайн игр? Из мать-перемать ВКонтакта? Куда пошел? Стоять! Ща программа грузит. Так, это что такое? А, это он мне, наверное, кошельки накручивает, да, через свою программу. Ну ничего, сейчас зайдем и посмотрим, работает ли его программа или нет. Перезапустив аватарию, я снова оказался в своей берлоге. И посмотрим, накрутил ли он мне кошельки или нет. Так, не туда зашел. В инвентарь мне нужно, в инвентарь. Так, как вы видите, у меня только один большой свадебный. Он у меня всегда был здесь. Ну и маленький еще с хэллоуинским подарком. А так все, больше ничего нет. Вот что обидно, его событие тоже пропало. Ё-моё, куда он делся? Я сейчас буду играть за другого мужичка, а так его и зовут. Мужичок. Вот такой спокойненький, доверчивый мужичок, который хочет много золота и кошельков. А то меня в последнее время слишком много людей узнают, и поэтому, чтобы было интереснее, я зашел сюда под видом вот такого вот мужичка. Я ведь уже говорил, что он очень любит кошельки и золото. О-о-о! И випу, кстати, тоже. Ёкарный бабай. Окаянный. Ну, я и вижу по тебе, что ты окаянный. Окаянный, блин. Капец, конечно же. Вот ты хитрая морда. Эй! Давайте в личку ему напишем. Эй! О, ни хрена себе, у нас тут два футболиста. Ладно, тобой займемся, окаянный. Беги за дней 20. А ты уже кому-то дал? Нет, нужно исправиться, мы же неграмотные. Кому-то дал ужи? Ужи? Ужи. Че? Усы через плечо, когда випы давать будешь? И мне вип можно? Можно. Можно мне вип? Я мужичок, я на огороде горбачусь, мне вип нужнее. Дайте вип. Опа, кого-то уже выгнали. Ну вон ту, розовенькую. Кажется, кому-то вип подарили. Я даю випы за кошельки.
Вы посмотрите, сколько народу он уже выгнал. Вот какой-то Влад еще пришел со вторым уровнем. Наверное, такой же мужичок, как и я. Только его выгонят, наверное, сейчас. Ну, потому что он как-то не внушает доверия. Вот же хитрая жопа, вы посмотрите, только сидит и улыбится. Внешность в самый раз подогнал. Прибежит к тебе князич, ногой даст тебе в дуплязич. Это, ребята, небольшая реклама, чтобы он ознакомился с моим творчеством. Оу. Почему говно? Он людям мешает нормально обмены проводить. Нифига себе, вот это предъява. Он хоть раз мои видео про мошенников смотрел? Может быть, я где-то перегибал палку, ёкарный бабай. Но знаете, он тоже какой-то злой. Так он вроде мошенникам воровать мешает, нет? Нет, он сам мошенник. Да ты и правда окаянный какой-то. Если ты подписчик князича, значит ты дебил. Вот это поворот. Вот засранец, вы посмотрите только на него, какой дерзкий. Он еще и подписчиков моих оскорбляет, надо же. Короче, уходите, если VIP не хотите. А если я скажу тебе, что я и есть Павел Князич, и я пришел тебя проверять, упырь? Ой, Момо пришла. Ма-ма-ма-ма. Я, конечно, не этого упыря имел в виду, а тебя, усатенький, потому что ты круто попал сейчас. Козёл. Кто? Урод. Кто? Антихрист. Антихрист. Ёп. Антихрист? Ты князич? Это я! И сейчас такой сюрприз. Бадум! Испортил все. Ну на тебе еще. Ой! Да что ж ты подрыватель какой? Сапер хренов, уйди! Давай, 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 давай! А, чё, он на мою бомбу сел, что ли? Да взорвись ты уже! Так вот. Тебе, кстати, идет. Прекрасно, у него бомбит. Ты тупой! Хватит щелкать, блин, балдой! Дай VIP, скотина скупая! Да прибыль получи неизмерную в кошельке, окаянный. Иди. Куда? Куда? Что? А? А? Б? Грёбаный матершинник, ну что с тобой делать? Его, походу, заблокировали. Всё-таки получил заслуженный бан. Не успел, Бог наказал! Боженька! Это, я так понимаю, его чувства оскорбил, да? Хейтерские. Вот мне вообще интересно, такую статью когда-нибудь введут? Что за оскорбление чувств хейтеров будут сажать. Ну, по крайней мере, банить хотя бы на ютубе. Но всегда с чего-то надо начинать. Ну и меня, как особо опасного мужичка, за оскорбление чувств хейтера привели к самому Володе. И Володя, кажется, занят, не буду его отвлекать. Все-таки у человека свободного времени вообще нету. Так что я просто тихохонько свалю отсюда. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, жмите на долбанный колокольчик, чтобы не пропустить новых видосов. А мой паблик ВКонтакте тоже подписываемся, ссылка в описании. Ставьте лайкусики этому видео, поделитесь им в соцсетях, оставьте свой комментарий. Всем поки, досвидос.